Победу в этом поединке одержал боец синего угла Владимир, Владимир Алексеев побеждает. Это восьмая и очень яркая победа пересветовца Владимира Алексеева в статусе профессионала. В сетку новогоднего турнира AMC Fight Night Winner Cup он попал в последний момент. Соперник – ингуш Рамзан Дзауров, не лыком шит. До встречи с Владимиром Алексеевым у него был рекорд 7-2, и он намеревался его улучшить. Дважды в концовках первого и второго раундов Дзауров устраивал в тренерском штабе Алексеева валидольные ситуации. Но Владимир все ошибки исправил. Сделал вывод и устроил так, что третья пятиминутка встречи больше походила на красивое избиение Рамзана Дзаурова более опытным спортсменом на всех этажах. Закономерный итог – победа единогласным решением судей. Как бы все три раунда, то есть полный бой, 100% выложился. И свою силу почувствовал, то, что я способен больше провести, я думаю. Вот, пятираундный прям... Спустя несколько дней Владимир уже в окружении своих главных болельщиков, ребят-воспитанников клуба «Пересвет» в селе Самородки. Он для них пример для подражания, а его победы – главный стимул в тренировках. Владимир, он как, ну, я не знаю, пример для вас, для всех, что несмотря на то, что мы из глубинки, вы вспомните те времена, когда мы приезжали на соревнования, и когда видели, что клуб «Пересвет» приехал на соревнования, у всех сразу падало настроение. С призовых за последний бой Владимир подарил своему клубу 5 пар боксерских перчаток и 2 комплекта кимоно для самбо. Свой следующий профессиональный бой Владимир Алексеев проведет уже в марте в Сочи. Там он будет биться за право борьбы за чемпионский пояс организации AMC Fight Nights. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.